русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Русский военный корабль, иди нахуй. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Хорошо излагает собака, учитесь. Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Мусик! Это псих! Я и могу псих! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Вы знаете, кто этот мощный старик? Не говорите, вы этого не можете знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Он послан из-за границы. Безусловно. Да но с какой целью он здесь? Не будьте ребенком. Ах, цари. Ах, уже давно. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. А потому что так Донецк, наверное, не обстреливали никогда. Ну не верю, не верю. А ведь терпение-то может кончиться. Ну, немецком давайте. Даст ты Верховичен, Судочин, даст Украиничен Райх. Ну, немецкий, ладно, вы знаете. По-русски давайте. Ну, по-русски! Не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся это больше, чем Луганск и Донецк. От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный. Положение было ужасное. В Москве, в центре города, стоял взрослый человек. Идти ему было некуда. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно. Пропадать. Это линия самоидентификации нашей нации. Почем опиум для народа? 12 чемоданов, набитых кокаином, обнаружили в школе при российском посольстве в Аргентине еще в декабре 2016-го. Скоро заживем по-новому и свечной заводик свой заведем, и еще кое-что.